Подводим итоги матча, последнего матча Суперлиги этого сезона. Артек Телеком, 19-й район, 9-0. Артек одержал победу. Евгений Бабылев, Данил Субботин в студии. Жень, давай начнем с тебя. Поздравляю, во-первых, с победой. Сегодня вам официально вручили кубок, да, то есть, получается, уже вручили трофей, с чем я вас также поздравляю еще раз. По игре, наверное, спрашивать особо не буду, потому что так все понятно, да, соперник не собрался. Какие цели сегодня перед игрой стояли и вообще как идет подготовка к чемпионату России? Потому что, ну, вот с кем сегодня не разговаривал, очень многие люди из лиги делают именно на вас акцент, как от команды, которая там должна выступить от Питера лучше всех. Давайте по порядку. Всех поздравляю с окончанием сезона. Длительный сезон, вот, соответственно, сложный, непростой, поэтому... Мы завершили, наверное, да, последней игрой самой. Так, да. Вот, всех поздравляю. Увидимся в зимнем теперь чемпионате. Соответственно, второй вопрос был у нас какой, напомню. Как готовились? Задача на игру была, ну, там гонка бомбардирцев. Хотели очень закрыть, чтобы Саша Бирюков все-таки победил, но чуть-чуть не хватило. Ничего страшного, думаю, что... Все придет, это не главное. У нас там больше 130 забитых голов за матч, за весь сезон. Только по Суперлиге. Поэтому команда на хорошем ходу. Подготовка идет, прошла подготовка. Сейчас настраиваемся. Посмотрели уже и соперников изучаем. Посмотрели сетку, прикинули, что на кого мы попадаем. Все уже, в принципе, прозрачно. Все по планам, все как и должно было быть. Но оставят на нас, наверное, потому что мы сильнейший коллектив в городе. И это доказали в этом сезоне, забрав все возможное, 3 из 3. И забрав второе место в Москве. Поэтому... Тут, наверное, неудивительно. Все, слежу за вашими соцсетями. Когда объявите все-таки состав, который поедет? Состав будет объявлен перед самой поездкой, не заранее, для того, чтобы, соответственно, меньше дать времени сопернику на подготовку. Данил, я уже сказал в эфире, что ты из-за травмы сегодня игру пропускаешь. Давай вот об этом пару слов скажем. Что-то серьезное или просто местечковое повреждение, но и просто решил не рисковать по такому погоде, по такому полю? Да, у меня просто обычное повреждение, потому что мы с Ленинградцем тоже едем в Сочи. Вот, поэтому решил поберечь себя немножко. Давай так, что сегодня произошло с явкой, потому что, ну, опять 8 человек, да, считая Пантрягина, который в воротах был. Где все люди и что ты хочешь сказать ребятам, которые подъехали, ребятам, которым не подъехали? Я думаю, ты как капитан, тебе есть что по этому поводу сказать. Не, ну понятно, всем, кто подъехал, огромное спасибо, потому что изначально мы не собирались вообще играть в этот матч, хотели списать тех поражения, но поговорили, там Макс поговорил с парнями и собрал состав, и парням большое спасибо, то, что подъехали. Конечно, игра первые 15 минут вроде что-то кувались, ну а потом... ошибки пошли и вот напускали. Самое обидное то, что все 8-9 мячей от одного человека. Вот. А так, кто не подъехал, ну, в основном работы, травмы, как бы вот так. Ну, внесу чуть конкретность, конкретику, 8 голов было. Если, бы, забил, если бы забил 9 как раз, то, скорее всего, стал бы лучшим бомбардиром Бирюков, да. Давай про Романа Пантрягина пару слов скажем, потому что, ну, гениальный человек, да, сегодня. Он еще в атаку успел разочек сбегать. Ты ему перед игрой пару советов, я видел, давал, разминку провел. Твое влияние? Да нет, конечно, он говорил то, что у него была практика еще раньше, то, что он стоял на воротах. Не, просто гений, я соглашусь. Пару сейвов отличных сделал. Ну, если бы еще и забил, когда он убежал, это было бы вообще легендой бы стал просто. Ну и давай последний вопрос, такой традиционный для всех. Резюмируя весь итог сезона, да, то есть команда в этом сезоне заняла итоговое 6-е место в чемпионате, это ниже, чем в том году. Как оценишь этот вообще весь сезон? Длинный, непростой сезон, как вот Евгений правильно сказал, конкретно для твоей команды, как все это дело вышло, и какие планы на зиму, где вас ждать, и ждать ли вообще, потому что, если я правильно помню, в прошлом сезоне вы вообще в семерках зимой играли. Если подводить итоги сезона, то я думаю, мы должны быть довольны тем, что мы заняли 6-е место, потому что все вот эти кадровые проблемы, постоянные новички, не было основного костяка на весь сезон, поэтому я думаю, полностью довольны. Тем более на нас никто не ставил перед сезоном, все нас сливали, грубо говоря. Ну, будем идти дальше. А планы на зиму какие? На зиму. Зимнее первенство будем участвовать по-любому. Будем собирать костяк, который будет биться в следующем сезоне.
Жень, вопрос к тебе такой же. Понятно, сейчас все мысли о чемпионате России, но вот что будет дальше? В зимнем чемпионате, я так понимаю, будете участвовать, как обычно, на Коломягах? Сейчас я хочу, вот не знаю, вот к Дане обратиться. Что обидного получить 8 от всей команды или 8 от одного? Мне кажется, разницы вообще никакой. Просто стиль игры, когда полкоманды держит одного или пытается сконцентрироваться на том, чтобы самим забить. Ну, мне кажется, скорее в рисунке игры должно быть как-то обидно, что его не было, и полкоманды держала одного человека. Что касательно зимы, мы будем участвовать в «Звезде». Надеюсь, там соберется хороший костяк, потому что зимой 8 на 8 умирает из-за того, что кто-то идет в «семерки» в какие-то булочные турниры, там возят всех. Потом приходит в «Суперлигу» и занимает 6-е место, да. Соответственно, поэтому наконец-то «Аллея» сделали, ну, надеюсь, сделают сильный зимний турнир, который сможет держать все команды в тонусе. И я думаю, что между собой сражаться и расти. Мы ведь для этого здесь собрались. И чтобы сейчас можно 2 раза в год ездить на всероссийский уровень. Да, футбол развивается. Поэтому, пожалуйста, развивайтесь в регионе в своем и едьте на Россию, показывайте свой уровень. Поэтому между нами здесь, в Питере, надо всем расти, играть и становиться только сильнее, а не заниматься ерундой и прочее. Всем спасибо. Дань, есть что сказать в ответ? Мы просто хотели, чтобы Вася Исков забрал лучшего бомбардира. Ну, я думаю, что вот я уже сказал в эфире, скажу и сейчас. Наверное, он какую-то должен потом вознаграждение, да, команде предоставить, потому что, ну, заслужили. Ящик лимонада какой-нибудь, конечно, должен. Спасибо.